Всем привет, меня зовут Ковальчук Маргарита. По турниру, что могу сказать, организация, как всегда, все на высшем уровне. Чуть-чуть не хватило сегодня, не так, как в прошлый раз. Но везет сильнейшим, есть куда стремиться. И хотелось бы побольше девчонок видеть, побольше конкуренции. Приходите. Что можно сказать? Кстати, о конкуренции. Ты уже второй раз встречаешься с Валентиной Шевко. Что-то изменилось с прошлого раза? Пока что сложно сказать, потому что это 20-й уже FIFA. Немножко по-другому сегодня было. Сегодня все матчи были гораздо ближе, чем в прошлый раз. Ну, по моему мнению, не знаю, Валина мнение она сама скажет. Вот. Но разница есть уровня между уровень ее и уровень всех остальных участниц. Да, есть. Как будешь готовиться к следующему турниру? Не знаю, наверное, начну играть в какие-нибудь Ultimate Team, в которые я не играла раньше, всякие Weekend League. Надо осваивать потихонечку и буду готовиться. Спасибо тебе за участие. Можешь передать приветы. Спасибо. Привет папе своему передаю. Сегодня он не смог приехать. Обычно он приезжает со мной. В общем, ему привет передаю. Пап, люблю тебя.